Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Глеб, и настало время дедукции, ведь это Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Продолжаем распутывать темные и злосчастные преступления. И сегодня у нас на очередь дело, которое называется «Кровавая баня». Что ж, мне уже не терпится начать, поскольку название меня заинтриговало. Что ж, начинаем! Холмс, что случилось? Чувствую, что умираю. Выглядите так же. Позвольте мне смотреть вас. Только не говорите, что вернулись старым привычкам. Что ж, давайте-ка осмотрим, что случилось с нашим старым добрым другом. Зрачки расширены. Температура нормальная. Нужно сосредоточиться и считать удары. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пульс слабый. Около 50 ударов в минуту. Но вы умираете, Холмс! Пульс прерывистый. Вас нужно доставить в лечебницу немедленно. Противоядие. Дайте мне его. Противоядие? То есть вы отравились? Сейчас. Пожалуйста. Вот, выпейте все. Не говорите, что отравили себя сами. Болиголов и дурман. Я их смешал. Холмс, а если бы я не пришел домой вовремя, что бы тогда произошло? Я знал, что вы придете. Мистер Холмс, к вам пришел инспектор Лестрейд. Мистер Холмс не может ни с кем встретиться. Он нездоров. Добрый день, инспектор. А, мистер Холмс, рад встретить вас здесь. Нужна ваша помощь в странном деле. Мы привели двух молодых банкиров из Сити, сыновья лордов, члены палаты и так далее, и тому подобное. Их обнаружили на мели водки, дрейфующей по Темзе. Романтическое приключение с несчастливым финалом, Лестрейд. Что? Ну да, они оба были в чем мать родила, но... Ну что? Как я и сказал. И они были связаны вместе. Вам не хватает воображения, инспектор. Ну, нет, это не так. В любом случае, там была табличка водки с надписью «РМС Океанский» на ней. И подпись «Веселые молодцы». Океанский? Это не крупнейший пароход в мире? Да. Эти два молодых банкира были сыновьями владельцев линии «Белая звезда», компании, которая его построила. Ходили слухи о взятках? Меня не интересует политика, Лестрейд. Ладно, тогда сам. Есть другое дело. Более сложное и, вероятно, в вашем вкусе. Это убийство, но мы не смогли найти оружие. Мы ничего не трогали. Это в римских банях на Стрэндлейн. Убийство. Исчезнущее оружие. Римские бани. Да, это по мне. Ватсон, надевайте шляпу. Да, быстро оживился Холмс. Ну что ж, давайте-ка, перед тем, как отправимся... Я все-таки хочу один ачивмент выполнить. Так. А где Тоби? Вот он. Смотрю, ему тут хорошо. На диване уже третий раз за сегодня. Что ж, не удивляйся, если Ватсон снова на тебя сядет. Ладно, все, думаю, теперь пора отправиться в бани. Какое прекрасное место. С ужасным убийством. Тело сэра Родни Бенклифа по-прежнему в парилке. Его не трогали. Следую вашим обычным пожеланиям, мистер Холмс. Я подожду вас здесь, но, пожалуйста, поспешите. Так, давайте-ка спросим про подозреваемых в первую очередь. Вы установили личности тех, кто был с убитым в парилке? Да. Управляющий банями сэр Грегори Питкин. Парень из городского совета Гарроу.
и археолог Блинкхорн. Я думаю, что Гарроу сделал это. У него не все в порядке с головой. Посмотрим. Так, свидетели позже расспросим. Давайте-ка все по порядку. Вы не нашли орудие убийства? Нет. И поэтому позвали вас. Трое свидетелей были заперты вместе с жертвой в момент убийства. И они по-прежнему там. Нам пришлось взломать замок, чтобы войти. Понятно. Здесь кто-нибудь еще был? Помимо тех джентльменов в парилке. Да, мистер Филлипс. Это он вызвал полицию. Он сам вам все расскажет. Что ж, думаю, самое время его спросить. Так, где он? Вот он. Привет, мистер Филлипс. Добрый день, мистер Филлипс. Меня зовут Шерлок Холмс, и это мой коллега доктор Ватсон. Вы не ответите нам на несколько вопросов? Я готов, сэр. Давайте-ка для начала портрет составим. Так, небольшие морщины. Порез от ножниц, стрижется сам, живет один. Угу. Накрахмаленный воротник щепетливый. Точнее, щепетильный. Так, блестящие пуговицы. Манчестер. Так, еще одна улика. Ага, вот она. Сегодняшняя телеграмма. Пожалуйста, поведайте нам обо всем с самого утра. Все, что сумеете вспомнить. Любая мелочь может быть полезна. Хорошо, сэр. Я пришел сюда в 6:30 утра и открыл баню. Я убедился, что в комнате убрано, и приготовил полотенце. Угли на печке еще тлели. Огонь горел всю ночь? Да, сэр Грегори распоряжался зажечь печь вчера. Требуется время, чтобы прогрелась комната. В 9 утра джентльмены планировали встретиться. Я хотел убедиться, что все отлично. Они провели в парилке 20 минут, когда я внезапно услышал крик. Я кинулся к двери, но она была заперта. Я не смог открыть ее. Поэтому я выбежал на улицу за полицией. Окликнулся один констебль, затем другие. И вместе они взломали замок. Затем пришел инспектор Лейстрид и попросил нас ничего не трогать. Ну, это по нашей старой доброй просьбе. Вы принимали других посетителей этим утром? Ни одного до прибытия этих джентльменов. Сэр Грегори пришел первым. Затем, пока мы обсуждали рабочие вопросы, появились сэр Родни, мистер Блинкхорн и мистер Гарроу. Что произошло потом? Я подождал, пока не зайдут в парилку, и тогда вернулся в холл. Дверь раздевалка осталась открытой, чтобы я мог услышать, если им что-то понадобится. Вы бы услышали, если кто-то вошел или вышел с парилки, так? Разумеется, сэр. Эти двери очень громкие. Угу, вот оно что. Так, давайте-ка по задачам пройдемся. Осмотрите место преступления и все вокруг в банях на Стрэнд Лейн. Найдите исчезнувшее орудие. Ну, ясно все, в общем. Так, все это дело обыскали. Так, где здесь парилка? Скорее всего, сюда. Ну, судя по всему, да, это парилка. Вот я вижу какие-то вещи. Дорогая одежда. Принадлежит кому-то из парилки. Опа. Смотрите-ка. Это тоже интересно. Шампанское. Для особого случая. Ведерко со льдом, чтобы охладить шампанское. Да, но оно растаяло. Значит, она здесь уже довольно долго лежит. Так, я здесь больше ничего не упускаю. Ага, вот. Не открывалось. Его хотели выпить после парилки. Так, все ясно. Так, ну... Ясно, что уже шампанское не отравили, поскольку... Оно даже не открыто. А труп уже есть, так скажем. Эти вещи принадлежат кому-то из подозреваемых парилки. Это что, все, что ты можешь сказать? Да. Ничего интересного. Ну что ж, самое время зайти в парилку. Ох, предчувствую, сейчас будет жестко. Боже мой, Холмс!
Ха, смерть с ноткой римской остроты. Как та, что едва не случилась с вами час назад. Забудем об этом. Да, думаю, стоит об этом забыть. Это Холмс опять со своими причудами. Так, давайте-ка тело осмотрим. Так, сразу вижу, что глаза нет. Орудием ударили один раз. Оно пробило правый глаз до мозга. Смерть наступила мгновенно. Так, тут больше нечего осматривать. Так, кровь. Из раны не могло натечь столько крови. Слишком большая лужа. Так, что у нас еще есть? Так, кровь осматривали. Правая рука. Грязь или земля? Я возьму образец. Так. Смотрите, Ватсон. Он носил кольцо. Вероятно, он снял его перед парилкой. Так. Тут больше ничего нету. А, вот запястье. Смерть наступила недавно. Вот полчаса до часа назад. Думаю, мы нашли все, что только могли найти. Тем более при таком освещении. Констебль, мы закончили осматривать тело. Здесь не особо много подсказок. Что меня заботит, так это куда делось орудие убийства. Мистер Холмс, пожалуйста, заберите тело, но ни к чему больше не прикасайтесь. Хорошо вам, мистер Холмс. Я вот думаю, Холмс, это довольно безрассудно убивать кого-то в запертой комнате. Почему же он на это решился? Есть много разных объяснений. Убийца спешил, или он мастер своего дела. Или призрак. Или хотел гарантии, что я займусь его преступлением. Вероятно, последнее. Вы смешны, знаете об этом? Да нет, по-моему, все правильно сказал. Так, кровь давайте-ка осмотрим. Нужно проверить эту кровь на Бейкер-стрит. О! На этот ключ не текла кровь. Нужно спросить у Филлипса. Так, тут я все, что мог, я нашел. Тут ничего. Так. Смотрите-ка, вот подозреваемый. Вот Гэрол. У него как раз кровь на полотенце. Ну да, Лестер какой-нибудь бы действительно сразу бы полностью предположил, что это сделал он. Потому что Лестер, ну, знаете сами, кто читал и смотрел сериалы по Шерлоку Холмсу, то знает, что Лестер такой немножко недалекий. Так, ну-ка. Так, и тут сейчас, ребят, покажу вам небольшую пасхалку. Гейб Ньюэлл и сыновья. Специалисты по пару. Сиэтл В. Вы уже поняли, к чему отсылка. Непосредственно к Стиму. Вот тут надпись Steam. И, собственно, Гейб Ньюэлл. Забавно, да? Хотя тут много отсылок, там, как я уже и говорил, к Достоевскому. При включенном паре я не вижу ничего даже в двух шагах. Но я Ватсона вижу, вот. Бу! Так. Ладно, думаю, стоит выключить переключатель. Потому что от него сейчас толку ноль. Так, ну, скорее всего, убийца взял, включил переключатель пара. Появился пар, и тогда он, собственно, совершил преступление. Тогда остается вопрос, куда он дел, собственно, орудие убийства. Так, тут какие-то очки. Одно из стеклышек треснуло. Вероятно, из-за жара от печи. Это линзы из миопии. Владелец страдает близорукостью. Интересно, кто это мог быть. А ну-ка, вот в жаровне что-то есть. Печь еще топится. Очень сильный жар. Так. Мне нужно что-то, чтобы достать оплавленный металл. Хорошо, нужно будет поискать. Ладно, давайте теперь осмотрим подозреваемых. Это ужасно. Сэр Родни мертв. Мы можем поговорить в другом месте. Только в другом.
Я в шоке. Я не хочу говорить. Ну да, я вижу, что вы в шоке. На вас одеяло. Ну, точнее, полотенце. Это ужасно. Я не могу сейчас говорить. Да, все в шоке. Все просто... выглядят как невинные, не знаю кто. Да. Да-да-да. Так, хорошо, тут я все, что мог, осмотрел. Давайте-ка спросим про ключ. С Уэстердом позже поговорим. У кого есть ключи от парилки? У нас есть один ключ, который сэр Грегори дал мне. Этим утром вы открыли парилку. А после? Я положил ключ в свой стол, но когда они закричали, я не смог его найти. Он исчез. Я не знаю, где он. Вы выходили из бани или принимали посетителей? Нет, сэр, ничего из этого. Не надо врать, друг. Я знаю, что ты утром отправлял телеграмму. Она торчит как раз из твоего кармана. Вы лжете, мистер Филлипс. Вы оставили работу утром и отправились на почту. Где отправили телеграмму? Около 7:30. Ну как вы... Нет, я... Телеграмму кого-то в Манчестер. Мистер Холмс, это не... Я все расскажу. Вышел из бани в 7:20. Моя сестра написала мне вчера, и она ждала ответ. Потому что наша мама нездорова. Меня не было всего 20 минут. И уходя, я запер баню. Вы получили ответ от сестры? Нет, но я и не ждал. Я все же сказал ей заложить мою сумму, чтобы она смогла заплатить за лекарство. Когда вы вернулись, вы проверили, на месте ли ключ? Нет, не проверял. Пожалуйста, мистер Холмс, не говорите полиции. Сэр Грегори уволит меня, а мне нужна эта работа. Хорошо. В раздевалке есть бутылка шампанского в ведре со льдом. Кто мог ее принести? Бутылка? Вы уверены? Я даже не заметил. Вы считаете, что это важно? Ну, раз спросил. Да, странный парниша. Так, что у меня по задачам? Так, осмотрите место преступления и все вокруг. Ну, ладно, давайте-ка все вокруг осмотрим. Тут я что-то пройти не мог, Ватсон мне как-то дорогу заградил. А что это у нас тут? Фригидарий. Господи. Фригидарий. Что это такое? Так, у нас тут есть кабинет Бенклифа. Давайте-ка заглянем. Так, всякая посуда. О, кстати. Кстати, может быть, я могу отсюда что-то взять? Мне же нужно все-таки вытащить как-то кусок металла. Да, вот, забираем их. Инструменты археологов для раскопок. Ну, ясно. А ищется наш уважаемый. Как его там зовут? Бенклифф. Был археологом. Так, что у нас тут? Коробка какая-то. Стеклянные негативы. Впечатляющий метод для фиксации древних цивилизаций. Точнее, фиксации там было написано, но... Так, не хватает пластинки. А тут у нас что? Стеклянный негатив с изображением египетской статуи. Так, а где теперь искать этот негатив? Непонятно. Так, что это у нас тут? Археологические находки. Старые горшки с нацарапанными номерами. Тут что у нас на столе можно найти? Так, какое-то письмо. Дорогой друг, я решил организовать пресс-конференцию на банях в Стэндард Лейн в следующем месяце. 1893 год выдался знаковым для моей работы в Египте, но теперь пришло время сосредоточиться на английской археологии, вынести на свет наши национальные сокровища и представить их публике. Я бы хотел видеть столько журналистов, сколько смогут прийти и описать это событие. Но описать благосклонно, если мы хорошо их примем.
Я бы хотел напомнить о моей старой дружбе с лордом Блэкмором и использовать специальные фонды Королевского археологического института для подготовки этого события. Сэр Родни Бенкрифф. Вот оно что. Так, очки я не могу взять. Ладно. Лишь немногим из нас неизвестно имя сэра Родни Бенкрифа. Этот джентльмен объединил все состоятельность, славу и силу в превосходном сочетании, как это свойственно лучшим людям Англии. Его интеллект равен его обаянию, столь часто отмечаемому юными дамами из европейских аристократических семей. У него сильные связи с палатой лордов, и он оказывает влияние на политическую жизнь. Некоторые считают его властным и не умеющим прощать. На наш взгляд, сэра Родни лучше назвать амбициозным. Его присутствие на любой археологической площадке неизменно гарантирует успех. Интересно, а тут у нас что в Таймсе пишут? Чудесное продолжение раскопок в римских банях на Стрэнд-Лейн. Исследовательские работы практически прекратились, когда явились спасатели в лице сэра Родни Бенкрифа. Сэр Родни немедленно взял под контроль раскопки и заявил, что они позволят получить ключ к великой тайне. Мы будем держать наших читателей в курсе всех новостей. Угу. Понятно. А тут что у нас? Какие-то... Что это вообще? Это металлическая пластина. Помимо археологического интереса, может оказаться частью чего-то большего. Сейчас я не могу определить, чего именно. Хорошо. Тут что у нас? Археологические находки. Старые горшки с нацарапанными номерами. Угу. Так, я тут часом ничего не пропустил. Потому что я больше ничего такого не вижу. Пластину я как-то не рассматривал. На пластине что-то вырезано. Интересно, что с ней делать? И мы ее забрали с собой. Гениально. Хорошо. Так, тут я все осмотрел. Вроде бы все. Да, думаю, все, поэтому... Давайте-ка осмотрим, что у нас тут. Вот тут, кстати, какое-то помещение дальше есть. Воу! Забавно. Боже мой, вы в порядке? Как только такое могло случиться? Да, оно довольно-таки ненадежно. К счастью, я уцелел. Куда ведет этот коридор? Фригидарий. Холодную комнату. Едва не пострадал. Уцелел почти чудом. И ненадежно, это еще мягко сказано. Да ладно. Довольно, Ватсон. Давайте-ка все это осмотрим. Эти камни весят тонну. Мы их не сдвинем. Не имеет значения. Если понадобится для расследования, попросим, чтобы их убрали. Так, тут больше нечего? Да, больше нечего осматривать. Пойдемте, Ватсон, заберем металл и поговорим с Уэйстредом. Может быть, еще нам удастся поговорить с сэром... Филлипсом. Да. Видимо, нет. Ладно, все, давайте-ка заберем несчастный кусок металла. Привет, ребят. Так, покопаться в зале. Все, забрал. Нужно провести анализ этого куска металла. Так, тут все, больше ничего не трогаем. Так, хорошо. Смотрите место преступления, все вокруг. Даже не знаю. Сейчас у нас нет как бы возможности еще что-то осмотреть, поскольку, сами понимаете, там это все дело завалило. Так, что у нас с достижениями? Так, тайна исчезнувшего поезда. Рейтинг личности участливый. Интересно. А тут у нас что? Паровой свисток. Что ж, думаю, это полезно. Ладненько. Теперь. Вроде я ничего не упустил. Полотенце, не думаю, что это важная часть. Да ее и осмотреть нельзя к тому же. Что же еще? Что же еще? Ясное дело. Экзитус. Так. Ясно, мы не можем с ним поговорить. Давайте-ка поговорим с Уэйстредом.
Потом осмотрим, если что, это место. У нас и так есть чем покопаться. Мистер Холмс, я собираюсь увезти подозреваемых в Ярд. Вы можете допросить их там. Возражение? Нет, Лестрейд. Все. У нас появилось новое задание допросить подозреваемых. А, все. Собственно, задачу осмотреть место преступления и римские бани мы выполнили. Осмотреть вещи, но это уже, скорее всего... в Ярде. Для начала давайте-ка завалимся на Бейкер-стрит. И осмотрим то, что мы там смогли найти. Что ж, вот мы и дома. Тоби, как всегда, на месте. О, видите, сколько ребят работает. Ладно, начнем с грязи. Так, образец грязи. Тут какая-то карта. Что ж, давайте-ка осмотрим. Так, стоп. Так, селенит. Селенит. Пирит. Пирит. Otherwise known as Fool's Gold. Так, 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 так. Ну-ка, частицы белой глины. White clay particles. Interesting. Интересно. Судя по цвету состава, передо мной белая глина. Теперь нужно найти район Лондона, откуда был взят этот образец. Что ж, надеюсь, это не составит нам особого труда. А. Так вот он, один. Образец земли принесен из района Лондона с белой глиной, возле Сент-Олбанс. Хорошо, давайте-ка теперь исследуем кровь. Проведем анализ образца крови. Так, снова думаю, надо будет настроить сейчас этот фокус. Эта кровь и так не свернулась. Она очень жидкая. Странно. Посмотрим, что же внутри. Перекись водорода выявит состав. Так, где у нас перекись водорода? Вот. Но думаю, мы не можем просто взять и так плюхнуть. Надо взять пипетку. Собственно, вот и она. Давайте-ка. Оп. И капнем немножечко на образец крови. Ну ладно, еще немножечко. Ну и еще сюда. И что мы видим? Вода. Кровь сильно разведена водой. Интересно. Так, а что у нас с металлом? Это кусок металла из печи. Похоже на серебро, но нужно проверить. Если это серебро, его удастся расплавить. Температура плавления серебра около 200 градусов Цельсия. Сравним этот образец с серебряной монетой, капнув кислотой. Если в результате реакции изменится цвет, это серебро. А чистая ли это монета, ребят? Тоже вот наталкивает на мысли. А, нужно взять пипетку. Кислота. Мы, конечно, можем это все пропустить, но смысл? Эх, и не жалко портить монеты. Ну, такого вот розовенького оттеночка. Реакция дала тот же красный цвет. Это британское серебро высокого качества. Так, хорошо. Думаю, я тут все осмотрел. Что насчет картотеки? Есть. Так, сэр Родни Бен. Так, 1893 год. Стоп. 93-93. Скорее всего, вот это надо. Вот так-то. Он был наказан, узрев то, чего не был достоин. Ужас. Большие раскопки в Усуане продлились 3 года. Сэр Родни Бентлиф возглавил экспедицию. Была обнаружена мумия с удаленным глазом, сидящая в необычной позе. Правая рука сжата, как если бы она держала что-то или кого-то. Мумию закопали стоя. Из-за характерных черт она получила название «Мумия отчаяния». Рядом с ней нашли надпись на латыни. Он увидел то, чего не был достоин, и о ком поплатился за это. Точнее, и о ком поплатился за это. Прошу прощения. Мумию отнесли к римскому периоду.
а не к египетскому, из-за обнаруженных в гробнице символов культа Митры. Так, хорошо, тут я все... О, ну-ка, у нас тут письмо. Ну-ка, ну-ка. Мощь Британской империи возрастает день ото дня. По состоянию на вчерашний день мексиканский консорциум «Каракал» теперь служит Британской империи. Это сотрудничество невероятно выгодно для Лондона и всей Англии, и оно стало возможным благодаря исключительным усилиям дипломатического и политического сообщества. Другие новости. Таинственное исчезновение поезда на пути станции Ившем... это неинтересно. Что ж, вот и наши дела откликнулись. Так, все, тут больше нечего осматривать. Может, приоденемся, ребят? Ребят.